Друзья, всем привет! Смотрите, мне девушка приготовила какую красоту. Это гречка с жареным мясом, с лучком жареным и с морковочкой. Вот так это выглядит, все красиво, аппетитно. Сейчас возьму батончик. В общем, друзья, если вы тоже кушаете, то хочу пожелать вам приятного аппетита. Давайте покушаем вместе. Так, немножечко посолю. Так, слегонца. Очень приятного аппетита вам, друзья. Это бесподобно. Вот вкусно. А тебе нравится? Друзья, скоро Новый год. Мы этому очень рады. Обожаем этот прекрасный праздник. Кстати, мясо нормальное, вкусное. Ну, немножечко суховатое, но, в принципе, нормально. Ну, с гречкой пойдет. Хотя в конце я его уже вообще на медленном огне. Ну. Да. И вообще жарила на среднем. Да, вкусно, мне нравится. Да. Морковка, кстати, тут именно как раз. Да, я ее И специально лучок. крупно нарезала. Он такой сладковатый Да, привкус придает да, да. приятный. Вообще гречку не очень люблю. Вот сочетание с супом и с морковкой. Ну да, вкусно. Без мяса даже могу есть. Ну да, да. Мне еще нравится с этим. С болгарским перцем. Да, очень вкусно, мне нравится. Ну хорошо. Ну, друзья, как аппетитно смотрится, красиво все. Да, хорошо все-таки, когда вот так мяса много, да?
Все, что угодно можно приготовить. Захотела так гречку там с мясом, картошку, макароны. Очень удобно. Сейчас еще тушеночку заберем. Да, и надо будет еще фарш сделать. Накрутить его. Кстати, у меня у мамы две мясорубки. И она мне предлагала одну раз. Вот. Давай я тебе не одну. Ну да, можно фарш сделать, это котлетки пожарить. Такой шкаф надо забрать, это уже склад приехал. Да, ладно. Всю технику. Да, я потом договорюсь. Ты не хочешь кефирчику? Я не хочу. Ну, на весь себе. Я пил. Да, попей, он вкусный вообще, классный. Хотела прям. Что, подвинуться? Я вчера вечером прям, ну, так с удовольствием пошел. Ну, я очень немножко подсаливаю. Мне вот так нравится, когда немножко соленого. Я наоборот сахар кладу. Да? Ну, сейчас я ничего не буду. Ты все мясо оставил. Видно, не сильно оно тебе понравилось. А? Не, нормальное мясо. Я не оставил, просто я как-то неравномерно перемешал, получается. Не, нормально, с гречкой нормально, вкусно. Знаю. Зая, ты наелся? Да, я еще не доел. Вот, друзья, видите, какая красота. Да, с кефиром, наверное, классно, да? Угу. Хочешь, наверное? Нет, я не хочу. Угу. Прям что-то кисленького захотелось. Угу.
Хочешь еще гречки? Нет, все, я наелся. Сейчас на диванчик, да? Ну, смотря сколько времени. Ну, наверное, да. Потом мыть голову, потом встреча. Друзья, ну вот такой вот это был мукбанг. Гречка с мясом. Вот, вам спасибо огромное за просмотр. Желаю вам счастья, здоровья и всего-всего самого наилучшего. Все, друзья, до скорых встреч.